Всем доброго времени суток, вы на канале Pro Hackintosh. В данном ролике мы поговорим о заводе Apple TV Plus на Hackintosh. Понятно, что на оригинальном Mac это работает само по себе. Однако в Hackintosh есть две проблемы. Либо при воспроизведении контента сервиса Apple TV Plus просто черный экран, либо воспроизведение начинается, но потом резко прекращается. Как это исправить? Первым делом мы монтируем EFI раздел. Дальше мы открываем папку EFI, Clover, Config. В конфиге, в аргументах должны стоять вот эти два ключа. Параметр должен быть активен. Сохранили конфиг. В папочке Kexts, WaterGreen или Lu должны быть последних версий. Эти ключи работают с Kexts, WaterGreen версии 1.3.6. Обновили Kexts, вписали ключи в аргументы, сохранили конфиг, перезагрузили компьютер, и у вас работает Apple TV Plus. Если ролик был полезен тем хакинтошникам, у кого подписка на Apple TV Plus, если это помогло, рад стараться. У меня это сработало и прекрасно показывает Apple TV Plus. Если ролик понравился, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем спасибо, до встречи в новых роликах.